День физкультурника – один из главных праздников для Геннадия Агуреева. Всю жизнь он посвятил спорту. 11 лет играл в футбольном клубе «Крылья Советов» на позиции вратаря. Потом преподавал физкультуру в школе. Сейчас Геннадий Иванович на пенсии, но с удовольствием вспоминает девиз, с которым выходил на поле, и трудовые будни физрука. Часовые ты поставлю нормально. Ты представь, что за тобой полоса пограничная идет. Ну, представляли. Учил прыгать, учил бегать, учил на лыжах кататься, учил играть в какие-то игры. Ну, нормально, 45 лет в одной школе. Ежегодный летний чемпионат по футболу за Кубок города среди команд ветеранов 35+, традиционно проходит в августе. На поле за первенство сражаются «Крылья Советов» против команды «Юнит». Давай, 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 давай! Всегда приятно и интересно смотреть ветеранов, потому что среди ветеранов «Крылья Советов» играют такие футболисты, как Антон Бобер, Корчагин Анатолий, Сергей Корчагин. То есть ребята те, которые реально прошли хорошую школу. И сегодня они на футбольном поле показывают хороший футбол. Ожесточенная игра для «Юнита» обернулась неудачей. Футбольный клуб «Крылья Советов» обошел соперника со счетом 3-0. За динамичной игрой с интересом наблюдают легенды самарского футбола. Среди них и Равиль Аряпов, главный бомбардир «Крыльев» 70-х годов. Он виртуозно владел техникой нападающего и был одним из самых востребованных футболистов. Его приглашали в самые именитые клубы страны, в том числе и во все без исключения московские команды, во главе с прославленными «Спартаком» и «Динамо». Но он остался верен родной команде. Каждый год в день физкультурника он приходит посмотреть игру любимой команды. Праздник, кто любит футбол. Вот. Приходим, смотрим, вспоминаем свою молодость, когда еще, может, играли из ветеранов и за клуб. Вот. Поэтому это ждем всегда этот день. День физкультурника – это всегда был праздник. Популяризация футбола, во-первых. И во-вторых, для ребят, которые закончили на таком высоком уровне, продолжают играть. Это для них, для здоровья, для того, чтобы побегать, пообщаться. Хороший такой пример для того, чтобы в субботний день, тем более такая хорошая погода, не сидеть дома, прийти на футбольное поле, прийти на спортивные площадки. После ветеранов на поле вышли команды категории от 20 до 35 лет. За Кубок города сражались «Сокол» против «Нефтяника». Последняя забрала трофей с отрывом 3-0. Елена Малютина, Константин Головин. События.